Юстус ван Хельсум был голландским художником Золотого века. Жизнь его протекала в Амстердаме. Родился он 8 июля 1659 года и умер 23 апреля 1716 года, там же в Амстердаме. Он был сыном художника-декоратора Яна ван Хельсума I и братом гравера Каспара ван Хельсума. Старший Ян ван Хельсум переехал в Амстердам из Хельсума, недалеко от Леуардена, между 1654 и 1657 годами, где родились его мальчики Юстус и Каспар. По словам Хоубракена, когда Юст достиг совершеннолетия, его отец отправил сына учиться живописи у Николаеса Берхема в 1675 году. Позже он женился и стал отцом Яна ван Хельсума, Якоба ван Хельсума и Юстуса II ван Хельсума. В работах Юстуса ван Хельсума, имя которого на протяжении всего 17 века и даже 19 столетия пребывало в тени его старшего сына Яна, прославленного мастера живописи цветочного натюрморта. Даже одну из лучших картин кисти Юстуса «Цветы», которая находится в Лувре, считали картиной его сына. Видны попытки наряду с Салстом и Рёйсх перейти к новой живописной манере. Первые уроки живописи он получил у своего отца, а в учебе у Николаса Берхема он добился таких успехов, что можно лишь пожалеть, что впоследствии он не всегда придерживался той манеры, которой он в совершенстве овладел, копируя работы своего учителя и во всем ему подражая. Известен же стал Юстус ван Хельсум благодаря жанровым сценам и историческим и пейзажным композициям, маринам с кораблями, конным схваткам, портретам и так далее. Но особенно знаменит он был как мастер цветочного натюрморта и даже приобщил к этому роду живописи своего старшего сына, ставшего в настоящее время фениксом этого искусства. Хоубракен пишет: Юстус ван Хельсум, который был в 1665 году учеником Берхема, рассказывал мне, что он в те годы долгое время писал за своего патрона, за что тот ежедневно платил ему по 10 гульденов. Подтверждением разнообразия живописных увлечений Юстуса ван Хельсума является сохранившаяся до наших дней его пейзажи. Южный горный пейзаж, зимний пейзаж с конькобежцами, морской вид и марина. Но главным делом его жизни стал цветочный натюрморт. Правда, к настоящему времени картин этого рода кисти Юстуса ван Хельсума
сохранилось весьма немного. Такие картины Юстаса ван Хельсена с темными фонами, без каких-либо признаков световоздушной среды, как «Цветы», находящиеся в Эрмитаже, «Букет цветов», «Антверпен», Королевский музей изящных искусств, «Букет в вазе из маков, роз и лилий», «Натюрморт с фруктами и двумя зябликами», «Натюрморт с фруктами, цветами и двумя попугаями», «Натюрморт с фруктами, зябликами и улиткой». Все четыре находятся в Шверине, Государственном музее. Ничем не напоминает о том времени, когда художник писал наполненные солнечным светом итальянские пейзажи в мастерской класса Берхема. Соотношение темного фона и ярких определенных красок в цветочных букетах дано очень контрастно. Мастер как бы соревнуется с природой в действительной силе образов.